База? База? База, прием! База, на связи 69-й, база! База, ответьте! Да что ж за дичь происходит? В самые ответственные моменты база не отвечает. Так, ладно. Что за... Так, куда он пропал? Куда? Что они там разговаривают? Базуку достал! Что они там делают? Что вот это самое? Я не могу понять. Мне кажется, стоит разобраться. И стоит 100% надеть костюм. И выяснить, что же там происходит. Потому что вот эта сияющая штука меня вообще не радует. Так. На счет 3 забегаю. И, скорее всего, просто расстреливаю всех. Одного, другого, 35-го. Вот этого мужика с посохом. Не знаю, что он им хочет сделать, но я его вижу уже примерно в 3-й раз. 2-й раз я его увидел в своем сне. Сейчас посмотрим, на что он способен. Куда он пошел? Что за мать его здесь происходит? Это уже вообще... Куда он испарился? Нельзя это оставлять просто так. Если я сейчас уйду... то я никогда не узнаю, что там происходит. Последняя моя попытка. Связаться с базой. База, 69-й на связи. Ответьте, пожалуйста, здесь экстренная ситуация. Мне нужна поддержка. Вышлите, пожалуйста, всех, кого только сможете. База, ответь. Потом опять буду говорить то, что у них просто не работает рация. То, что у них там батарейки сели или еще что-то. Всегда приходится делать все самому. Какой я сейчас могу построить план? Ворваться и всех расстрелять, скорее всего. Другого плана у меня нет. Здесь забаррикадированы ворота. И с другой стороны тоже. Уже светает. 100% Катюха уже дома. Я не успел вернуться, как я хотел, до утра. Ой, прилетит мне дома, чувствую. Ой, будет скандал. Ой. Подумаешь то, что я по каким-то бабам шляюсь. Я тут мир спасаю. Ракета. Вот так. Взрываю эту дверь, запускаю лазер, уничтожаю этих бандитов, которые вот здесь, потом разбираюсь с главарем. Тут чувак с посохом зашел в портал. Ладно, другого выхода у меня нет. Главное, чтобы весь этот завод не взлетел на воздух, потому что динамита здесь полмира взорвать можно, а этого допустить я точно не могу. Ладно. Или сейчас, или никогда. Раз, два, три! Ну что, не ждали? Чупакабры в масках! Иди сюда! И ты еще, да, последний остался? А вы что смотрите? А вы, походу, здесь самые крутые, да? Стоите, как будто ничего здесь не произошло. Руки вверх и лечь на пол! Перед вами полицейские местного отделения. Вторую попытку я вам не дам. Руки за голову, бросьте оружие и лечь мордой на пол! Или я за себя не ручаюсь? Принесите мне его голову. Живо. Хватит! Нет, не надо, пожалуйста, не надо. База, ответьте, база, нужна помощь, база. Что с костюмом? Включить? Сбой загрузки. В смысле недоступно? В смысле система сломано? В смысле повреждена? Пацаны, пожалуйста, не надо. Что это? Опять это? Что? О, иди сюда! Как там? Что? Сейчас не можешь на меня напасть, да? Да отстань ты, что?
происходит-то? Еще... Не можешь, да, шевелиться, не можешь. И что ты там сделаешь, а? А я сделаю. Тихо, успокойся. Ага. Что это сейчас? К матери моей женщине было. Что за регенерация бешеная такая? Да, ничего не понимаю. Что? Объясните кто-то, пожалуйста, мне. То есть у меня сейчас есть и суперспособности, и вот этого паука, и костюм. Сбой загрузки. Сбой загрузки. Костюм, походу, поврежден. Конечно, прямое попадание ракеты мне прям в челюсть. Я ничего не понимаю, что сейчас со мной происходит. Если это нормально, по-вашему, то мне кажется, что совсем не нормально. То есть я могу запрыгнуть куда угодно. То есть... Ясно. Все. Так под... Я могу лазить по стенам. А сейчас я смогу забраться туда на крышу? Очуметь. Таблетки? Да, никто не отменял того, то, что башка... Башка у меня будет болеть до сих пор. База. База, ради бога, ради не знаю чего, ответьте, пожалуйста. База. Портал. Портал. Про тебя я вообще даже забыл. Тот мужик с посохом зашел внутрь. Что это такое? Я не знаю, стоит ли мне заходить туда внутрь. Но учитывая то, что практически целая армия охраняла того, кто зашел туда внутрь. А тот, кто зашел внутрь, сражался без какого-либо оружия, просто с одним посохом. Мне кажется, то, что здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд. Ладно, я зайду и посмотрю, что там. Что? 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 Опять я здесь! Что? Что? Что это такое? Я не первый раз вижу эту руку. Она второй раз мне снится. Что это? Чья это рука? Что? Нет! Опять тот самый силуэт, опять то самое место, опять та самая какая-то рука, какие-то камни. Я опять не понимаю, что происходит. А где? Куда? 69-й база вызывает. Заткнись. Я с тобой не буду разговаривать, потому что я подозреваю то, что не все так просто, как кажется. База как-то связана с этим всем, или у меня просто какая-то паранойя. Надо валить отсюда как можно скорее, надо топать домой. Катюха меня уже вторые сутки ждет и 100% переживает, где я пропал. Ну, последний разочек.
Так, все, хватит. Моя машина. Пора завязываться этими. Главное, не палиться, то, что у меня есть какие-то суперспособности. Просто медленно бегать, просто не пускать эту какую-то паутину и просто не давать никаких знаков, то, что меня укусил какой-то радиоактивный паук. Ладно. Поехали домой. А вот я почти приехал. Так, сейчас моста вроде налево. Опять уже ночь наступила. Так, когда третьи сутки пошли или вторые, я уже даже потерялся во времени. Сейчас налево, направо, налево, и я почти дома. Сюда, и главное не врезаться. Уже начинаю тормозить. Пожалуйста, 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 лишь бы Катюхи дома не было. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Тихо, тихо. Еще раз, последний разочек. Все. Больше не буду. Я не знаю, что со мной происходит. Я не знаю, что это такое, но таблетки мне точно не помешают. Нужно будет еще раз сгонять в аптеку. Ну и, конечно же, за кофеечком сгонять. Как бы суперспособности суперспособностями. Каждый день мир спасать. Но пить-то кофе хочется. О, перчик, здорово. Фух, тихонечко зайти домой, чтобы никто не слышал. Катюха уже спит давным-давно, наверное. Ой. О, привет. Ну и где ты шлялся? Двое суток дома не ночевал, тебя не было. По бабам поди ходил, да? Катюх, давай, пожалуйста, не сраться, а?